Поезд Москва-Сухум вновь запущен. Каждое утро в 8:30 по московскому времени поезд прибывает на железнодорожную станцию Гагра. И каждый день на перрон Гагрского вокзала выходят группы отдыхающих и туристов. На вновь отремонтированных часах Гагрского вокзала 8:30. А это значит, что в наш город приехали туристы. Мы решили спросить их, почему они выбрали для отдыха именно Абхазию. Поезд Москва-Сухум прибывает на Гагарский вокзал ежедневно в 8:30 утра. Людей уже много, а значит, начался новый курортный сезон. Каждый год Гагарский вокзал встречает тысячи российских туристов. Кто-то приезжает уже не первый раз, а кто-то только знакомится с нашим курортом. Хотела сюда поехать, посмотреть, как тут пожить. И нашла очень интересный пансионат Курсера, который находится в заповеднике, далеко от людей, рядом море. Море как холодное, там бассейн есть, так что вот по таким критериям я выбрала. Старенько все, но хорошо, дикая природа, это тоже прекрасно. Море, 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 ваше море, вот прям глянули, море, одно море, что значит. Наши планы хорошо отдохнуть, чтобы погода не подвела. А почему мы сюда решили приехать? Работать, инструктор. Посоветовали друзья. Так получилось. Казалось интереснее все. Старо наслышанный город, который на слуху. Поэтому сюда и рванули. Вот сейчас посмотрим. Надеюсь, нам понравится. Я уверена, вам понравится. Надеемся, что абхазский летний курортный сезон 2022 года пройдет максимально успешно как для туристов, так и для местных жителей.